Ребята, всем привет! Везде копают, да? А мы только одни не копаем. Думаю, непорядок. И все просят на канале, ругаются. Говорят, канал-то вроде про золото, про иски. Когда золото давай, копай. Я пытаюсь объяснить, что золото-то рано еще копать. Но выход нашел. Сегодня у нас будет первая вылазка на раскопки. Нашел я здесь местечко одно, где снега нету. Сейчас я вам его обозначу. Место интересное. Заодно вам сейчас его покажу. Земля, правда, дубовая, не промерзла. Ой, не отошла еще. Но здесь не глубоко, в принципе, если что. Сверху сливки должны снять. Место, между прочим, еще не копанное. Я первый здесь буду. Еще не битое. Так что много будет интересных находок. Правда, не удивляйтесь, не копаю. Ну, что не сделаешь ради этого. Смотрим. А вот, ребята, наше место. О! Везде снег кругом. Сейчас я вам обозначу тут все. О, глава администрации местный вон там. Где? Вон он. Добро дал, говорит, копай. Замечательно. Копаем в центре поселка. А здесь у нас дом культуры. В ужасном состоянии, денег государство не выделяет. Район, государство может и выделяет, районку это все тырит себе. На нас денег не остается, и здесь, в общем, были гуляния. Нынче здесь были проводы зимы, экскаватором разгребли. Земля, правда, дубовая, ребята, пьяницы здесь валялись, может, что-нибудь и найдем. Мусорка, правда, страшнейшая, заодно наш приборчик, посмотрим, как он себя на мусорке ведет. Народ уходит, мама не горюй. Но ничего, нам не страшно. Так, будем раскладывать оборудование. Так, покажу я, как ввожу свое оборудование. Вот у меня металлоискатель. Сегодня поставил я снайперскую катушечку маленькую. Вообще такая пуговка она. Так, лопата здесь у меня пристегнута. GoPro здесь, соответственно. Местные жители уже подходят, интересуются, говорит, что искать, Бош. Сейчас мы здесь, ребята. А кругом у нас снега. Почва стопудово еще не отошла. Копать вообще тут негде. А здесь у нас лето. Маленькое лето нашел я. Ну что? Сейчас соберу оборудование и приступим. Ну что, ребята? Лопатка у меня трофейная, подржавела уже за зиму. Да ничего, сантиметров 10 может, отошло уже. Так, посмотрим, пойдет. Условия какие у нас будут? Ладно, в процессе видео вам расскажу по настроечкам металлоискателя. Марс МД у нас, как обычно, пинпойнтер для определения местоположения. Ну и что, постараюсь показать. Разгрузку я так взял, чтобы на нее прибулды повесить. Сейчас наушники беспроводные еще воткну сюда. Будем работать через гарнитуру, соответственно. А пользоваться, наверное, не буду ей. И так легко, с этой катушечкой вообще легко, легкотня. Ну, посмотрим, что найдем. Открываем сезон, в общем, в необычном месте. Сейчас здесь обойдемся, смотрим. Так, сигнальчик, ребята. Программу я поставил парк, не стал заморачиваться. Мусора много. 12-15, пробочка походу. Да, где она? О, вот она. Ну что, смотрим. Что-то такое. О, земелька-то, ребята. Камеру отставить чуть-чуть. Вообще не копается.
чудо такое. Может быть. О, глубину не посмотрел. Сейчас глянем. О, 7 сантиметров. Где-то здесь. Земля, сами видите, какая, ребята. Кирпичи идут. Ага. Где-то есть. Да, нашел. Иди-ка, Паша, отсюда видео снимаем. Больно любопытных ребята много. Хе-хе-хе. Пивной язычок от банки. Первая находка. Чего ты зашел тут? Местные жители ходят. Хе-хе. Бабуля, привет. Привет. Золото ищу, потерял. Да, которое не потерял. Ну не я потерял, люди потеряли. Ой, камера упала. О, первая находочка, ребята. Ну, где золото тут, я покажу. Да я только начал, что ты? О, какая находочка у меня. И что это? Это крышка от банки пивной. Я тоже. Всяко бывает. Продолжаем искать. Даша, земля-то бетонная, не отошла еще? Конечно, что ты хочешь? Еще надо до середины апреля, наверное, ждать. Ой, миноискатель. Все тут есть, миноискатель. Лопата саперская. Лопата саперская, все есть. Ну что, продолжаем искать дальше. Какой-то смазанный сигнал. Плавает. Вот он. 6 сантиметров. Посмотрим, что там. Что-то здесь, ребята, большое лежит. Песочек. Земля, бетон. Полная. Ух ты, что-то глубоко. Ну да, проверим. Сантиметров показываю. Бетон не докопать, вообще бетон. Что-то там есть. Да, так нам ничего не выкопать. Все, сигнал пропал. О, интересный сигнал. 8.47 в самом углу. Как будто серебряный доллар. Поинтересно.
Сейчас посмотрим, что это такое. Глубоко? Глубоко. 8 сантиметров. Ну, посмотрим, что там. Что-то большое, в общем. Ребята, не монета. Блин, тут вообще не копаться. И как я эти 8 сантиметров долбить буду? Не, рано еще копать. Так, даже если монета будет, ты убьешь сразу же. Надо еще ждать. Так. Глубоко показывает. Что-то большое лежит. Больше монеты. О, ребята. Первая находка. Где? Экран у меня выключился. О. Хе-хе. Ну что, с почином? О, тузик. Тузик пришел какой-то. Тузик. Это, в общем, 5 рублей. Хе-хе. Ходячка. Звенит, как серебро, 97-й год. Все, ребята, сезон открыл. Монета попалась первая. О, след от нее даже. Я думал, это второй лежит. Не. Нормально. Место перспективное. Находки радуют. Да. Ну что, ребята, с открытием. Первая монета в этом году. Не думал я здесь, что что-нибудь найду. Думал, пробки одни. А не, нормально. Продолжаем. Вообще ходить неудобно. Смотрите, какая земля. Бетон натуральный. Ладно. Продолжаем. О. Что-то не глубоко. Наверху. 12.43. Посмотрим, что за сигнальчик. Посмотрим. Где-то здесь. Смотрим. Глубину не посмотрел, только залегание. Да. Земля, бетон, ребята. Ёпан, каламаны. 8 сантиметров. Не докопаться будет. Глубоко. Не идет. Даже пинпойнтер не видит. Глубоко. Нет, где-то есть здесь. Что-то вот там. Только как до туда докопаться. О! Пробочка. От водки. Уржумский спиртзавод. Как обычно. А что тут ждать-то еще за клубом? Водку только распивали. Ищем дальше. Так, рядышком 11.34. Это, походу, пробка у нас. Я уже начинаю различать. Ага. Ну что, ставим камеру. Начнем искать глубину, посмотрю сейчас. 7 сантиметров где-то здесь.
Что там вам видно, наверное? Не видно нифига. Фиг знает, наверное, видно. Поставил средний угол камеры. Рыбий глаз не стал, больно здорово берет. Блин, невозможно копать. Так, камушки. Думал, уже посуда пошла глиняная. Так. Блин, звучит как монета, блин. Эти пробки. Но здесь их море. Здесь за клубом. И постоянно пьют. Ага. Вот это что, ребята. Медная штука. Какая-то медь. Звучит как монета. Какой-то шплинт закручивался, а здесь что-то делалось. О. Интересно. Продолжаем искать. Ой, упал. Очередной сигнальчик. Я потерял уже. Сколько там? 12.37. 38 это медь, 37 походу пробка будет. Сейчас посмотрим. Вот она. Смотрим, что такое там. Проверим на месте, где она. 7 сантиметров показывает, ребята. Не глубоко. Так, камеру отставить сюда. Чуть-чуть. Видно там вам будет, не знаю. Видно, видно. Эх, земелька наша бетонная. Вот найдешь цену находку так. И убьешь монету. Так всему же свое время. Так всему свое время точно. Ладно, место, говорю, тут такое, не историческое. Боев не проходило. Поселок молодой. Потерял где-то я. Ну-ка, пинпойнтером. Возьмет ли? Хер, глубоко не берет. Сейчас посмотрим. О! Камушек там какой-то. Есть что-то. Скоро доберемся до сути происходящего. Че, наверное, уже выкопал? Нет, где-то глубоко. Блин, не люблю я эти сигналы глубокие. Камушек лежит рядом. Я за него лопатой цепляю. Пробка, ребята. Не буду доставать, заморожено. Покажу вам. Вон ее видно, чуть-чуть. Бутылочная. Она 12.37, кажется. Монеты 12.38. Ищем дальше. Опять интересный сигнал. 10.47. В углу где-то. Глубина 4 сантиметра сверху. Смотрим, что там. Что-то есть. О, здесь земля помягче, ребята. Посмотрим. Пробка. Что тут и ожидать? Одни пробочки. Так, потерял, пока ставил камеру.
Вот здесь. В общем, сантиметра два, наверное, оттаяло. Не больше. Где-то здесь вроде сверху лежит нога. Посмотрим. Потерял. О, ребята! Опять монеточка. 5 рублей. 2008 года. Звучит как серебро, зараза. В бок уходит. Десяточку показывает. Нормально. Хоть что-то. Ищем дальше. Ямки закапываем. Еще интересный сигнал. 1.42. Пробка, походу. Я уж привыкать начинаю к ним. Не глубоко. Сколько тут у нас? 5 сантиметров. Копнем. Давайте. Так, где-то здесь. О! Опять бетон. Но не глубоко показывало. Сантиметров 5. Все говорят, что на металлоискателе не точно показывает глубина. Она же, ребят, учтите, что откалибрована на монету среднего диаметра. Типа наших 10 рублей. Если, конечно, объект больше, соответственно, и врать будет. А так, на обычную монету там несколько центов они калибруют, и все. Если совпадает, то глубина примерно правильная. Что-то 10 сантиметров уже показывает. Три сигнала рядом лежат. Непонятно нифига. Посмотрим. О, передвинем камеру. 8. Невозможно, в общем, копать. Повторюсь еще раз. Интересно. Так, где наш пинг-понтер? Не, глубокая цель, не буду копать. Что там, 10 сантиметров у меня показывает, не пробить мне. Будем только сверху собирать сигналы. Осечка, ребята. Местные жители ходят. Спрашивали, интересовались, находки им показывал. Люди у нас отзывчивые, интересные, любопытные даже. Очередной сигнальчик. 13.41. Не глубоко. 5 сантиметров. Посмотрим, что там. Ага. Что там видно? Да. Да. Замечательно. Что-то размазано. Походу пробка. Ребята, сейчас посмотрим. Земля не копается у нас нисколько. Радует, что не глубоко. Глубокий сигнал сегодня не копаю. Сверху так собираю. Так. О. 4 сантиметра осталось. Чуть-чуть вот здесь. Фу. Так, монетка упадется и все. Прощай, монета. Пробка лодочная. О! У меня тут местные жители подошли. Интересуются. Целая банда молодежи. Привет, ты что тут такая? Мы за садом, где мы идем?
снимаю, у нас прически нет. Ха, прически нету. Ищу золото. Все, пробки. В общем, молодежь мне не дает копать. Че, находки сегодняшние, ребята, показываю. 5 рублей, ходячка. Какой год? 2008 год. А это? 5 рублей. 97 год. Это, видать, кто-то недавно потерял. А это уже потеряли давненько. Это застежка от солдатского ремня. Найдена сверху. Сигналы копал я все поверхностные, глубокие не копал. И шпилька какая-то медная. Фиг знает от чего. Еще бонус. О, какая есть монета, сегодня мне пришла. Это я не нашел. А где вы ее взяли? Мне один подписчик ее прислал. Я только я бумажку забыл, в следующий раз привет им передам. Сейчас не помню. Ну что, ребята, байку сейчас вам расскажу про домового. Давайте мы туда залезем, там будем слушать. Ага. Ну что, расскажем историю. Ребята, это очень страшная история. Произошла у нас, она в поселке у нас, с моей соседкой. У нее яблочный сад большой. А у нас ведь как в деревне, что если вот ребятки молодые, ну, ребята приходят, яблочки воруют в садах, то никто их не ругает, потому что это считается, что Бог свою десятину берет. И нельзя их ругать. Плохая примета, в общем. И так жужжурят их просто, а воруйте они. Считается, что десятина Бог свою забирает, в общем. И вот однажды баба Маня, у меня там есть соседочка такая, пришли к ней ребята воровать яблоки. Осенью было это дело. И она в гневе-то, давай их ругать, выскочила из дома, вроде, что вы воруете? Дети испугались, побежали, она еще палкой в одного запустила и в ногу попала. Он упал, она к нему подходит и давай ругать. Ах, вы такие сякие вроде, мерзавцы, зачем яблоки воруете? Пожадничала, в общем. Ну ладно, что. Отпустили всех детей, яблоки отобрала она у них. Проходит какое-то время, весна, у нас поселковое собрание и в клубе. И женщина кается, вышла на сцену и говорит, простите меня. Люди добрые. Ну вот так и так. Наругала детишек я, пожадничала яблок. А что, говорит, случилось-то? И вот она историю рассказывает, что зимой она пошла в магазин и обратно возвращается уже. Смотрит, опять человечек небольшой бегает у нее в саду. Она думает, зимой так кому яблоки? Наверное, воруют. Не воруют, а ломают яблони. Она давай на него кричать, а раз этот маленький человечек-то в дом заскочил. Она думает, ну еще сейчас в доме что-нибудь натворит, украдет. За ним побежала, по комнатам идет, свет включает, и видит, кто там, от него убегает по комнатам. И она в крайнюю комнату заходит, свет включает, и смотрит, спиной к ней стоит мальчишка небольшой, в шортиках и в маечке. А она такая удивилась, думает, зима откуда? Зимой в шортиках и маечках мальчик. И давай его ругать, ах ты негодник, опять что тут делаешь? А он поворачивается и смотрит, в общем, у него нос длиннющий, все лицо в волосах, руки волосатые, и хвост еще сзади оказывается. Ее ужас охватил, а тот как засмеется, ах ты, и яблоко держит в руке, ест. И она вспомнила, что это мальчик, которого она била палкой, он также точно был одет. И в общем, это ее домовой начал, разозлился на нее за то, что она пожадничала яблок. И вот житья ей потом не давал, до осени он ее морил, всю эту бабку. Вот она пришла, раскаялась на собрании, а везде в садах у нас яблоки зацвели, а у нее одной все яблоки подчухли, ну посохли. По весне. Земля не стала урожайной сдавать. Хотела она дом этот продать, съехать. Никто у нее этот дом не покупает. Так и он стоит у меня за домом. Этот дом. Может, я вам даже покажу его. И яблоки сейчас, урожаев там нету. И, в общем, в огородах ничего не растет. Все бобылем да репейником поросло. И все. Бабка эта умерла. И сейчас дом стоит сгнивает. Вот такая страшная история. А что, у нее ребята-то были? А у нее были там в городах где-то живут, так и не приехали. И дома это не смогла она продать, так и он сейчас стоит. Так что опять... Там где игрушки лежат даже. А может лежат, не знаю. В общем, суть басни такова, что... Байки, не жадничайте, ребята, никогда. Вот такая у нас история была интересная. Извел домовой, в общем, бабку. Ладно, спасибо всем, кто смотрел. Коп удался, открыли сезон, правда, в таком месте интересном. Но все же, как-никак... Кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте грозные лайки, пишите комментарии. А мы вас будем радовать очередными видео.
видим. Да, ребята? Попрощайтесь со зрителями. Всем пока. Всем пока. Всем пока.